Но я предлагаю к следующему сюжету перейти. Его подготовил Стефан Филатов, и сюжет об уникальном актере, который недавно получил, заслуженно получил высокое звание. Давайте посмотрим его. Все, спасибо. Готовимся к спектаклю. 4 часа репетиции в полную силу, а затем премьера, отыграть которую нужно, преодолев самого себя, выложиться на 110%. Задача непростая, но даже для молодых актеров Крымского государственного музыкального театра такое по плечу. Что уж говорить о Виталии Таганове, который на сцене 34 года. Недавно его заслуги перед искусством отметили званием заслуженного артиста Российской Федерации, но говорит об этом маэстро неохотно. Я был немножечко шокирован, но после того, как начали меня друзья поздравлять, когда они начали радоваться, я порадовался, потому что радуются окружающие. Несмотря на опыт в преддверии показа пьесы «Искусство жениться», Виталий волнуется, но даже в этот миг думает не о себе. Главное, чтобы постановка тронула сердца зрителей. Мне очень нравится в нем такое качество, как доброжелательность. А даже про многие вещи, на которые бы можно было как-то жестко отозваться, он говорит, ну почему? Ну, может так, может не так. Мне кажется, это у него прекрасный черта характера. Я вот, кстати, в этом смысле у него учусь. Новая постановка по-своему уникальна, считает режиссер музыкального театра. В этом немалая заслуга Таганова. Актер раскрывает сразу два противоположных друг другу характера. Пьянчушку, слугу Алджерона и спортивного, подтянутого помощника Джека. Перевоплотиться помогает цирковое прошлое и опыт работы в драматическом театре. Однако важнее другое. Улыбаться всегда, несмотря на то, что ты можешь быть в состоянии отстраненности, работать над ролью, думать о семье, думать о мире, мире в мире. Декорации установлены, реквизит на месте, актеры в гримерках. До начала мюзикла остается меньше часа. Десятки нарядов для каждого актера и сотни килограммов атрибутов. Все это хранится в складах и, конечно же, в гримерках. Что интересно, труппа недавно вернулась из Екатеринбурга. Туда они возили 4 фуры вот этого добра. В творческой командировке симферопольские артисты отыграли 6 спектаклей. Без выходных, на новых подмостках, перед незнакомым слушателем. Пришлось непросто. Во многом помог Виталий, признаются актеры. Само присутствие мэтра на сцене обладает магическим эффектом. Он просто такой открытый всегда, всегда горят глаза у него. Если занимаешься любимым делом, искра вспыхивает сама по себе, верит заслуженный артист Российской Федерации. Премудростям ремесла Виталий Таганов теперь обучает симферопольских студентов. С улыбкой на губах актер говорит, что и ему есть, что передать молодому поколению. Вы знаете, я думаю, что здесь дело в качестве напитка, сэр. Я заметил, что у семейных людей шампанское редко бывает столь превосходно. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.